Всем привет, друзья! Вы на канале Роза от Сережи. Мы приветствуем вас на нашем канале. После небольшого перерывчика все перерывались на 8 марта. Надеемся, у вас все прошло хорошо. Ну и спасибо, что не забывали нас все это время и писали нам об этом в комментариях. Опять я разучился. Давайте, друзья, мы поактивнее уже будем подписываться на канал, ставить лайки и потихонечку, помаленечку начинать распространять и продвигать все наши видео на канале. Делитесь красотой, не жадничайте. Видите, ведь мы не жадничаем, и нам сегодня попросили сделать огромный букет, который будет тяжело унести, что мы, собственно говоря, и делаем. А Ирина Федоровна нам расскажет поподробнее, как мы докатились до такого. Что у нас тут в составе? У нас в составе кустовая роза, у нас в составе Playa Blanca роза, фрезия, матиола, кустовая роза Джорджия, такая вот. Кстати, очень похожа на Джульетту. Ну, я тоже подумал, Эустома. Джульетта. Ну, эвкалипт, то есть это важная зелень. Ну, все, это... такой состав будет. А, и хризантема еще забыла. Хризантема. Как она? Я не знаю, как ты это все вместишь в один букет. Он вообще так себе. Я делаю по кругу. Ты по кругу будешь делать? Угу. Ну, тогда давайте. Окей, друзья. Я тоже не знаю. Будет. Такой объемный, наверное, впервые у нас букет. Угу. А как бы 101 роза добыла, но не сей набор. Не сей набор, окей. Тогда давайте все равно нам будем пока наблюдать и читать, конечно же, ваши комментарии. На данный момент, кстати, у нас уже на канале 73 278. подписчиков, с чем я вас и поздравляю, и мы двигаемся дальше. Гулкаки нам пишет: люблю тюльпаны. Спасибо, Гулкаки. Зарина Васильева: у нас за немного приоткрытые пиановидные адресаты истерику устраивают вплоть до передоставки букета. Немного приоткрытые пиановидные тюльпаны. Ого! Да. Ты тут выворачиваешь, и тебе ничего, видишь? Так, цветик, семицветик. Да, любые руки имейте, все равно боя стекла будет много. Перепробовали всякую толщину, все равно очень хрупкая. А мы, кстати, недавно протестили вазочки. Покажешь? Смотри. Эти очень большие, 38 сантиметров, мы закажем поменьше. Ну, очень круто. Смотрите, это пластик, но кажется, как будто стекло. Вот такие прикольные бамбусики. И сухоцветы тоже ничего. Так, отлично. Хорошо, спасибо. Цветик, семицветик, это нам написала. Переходим дальше. Виктория Рыбальченко, большое спасибо за ваше видео. Очень просто и красиво. Привет вам из Казахстана. Спасибо. Привет, Казахстан. Я, Виктория. Сосредоточена. Ты сосредоточена? Угу. Это хорошо. Talking Tolkienos. Я вяжу себе букет невесты. Чего? Не знаю. Вяжу? Да. А ты? То есть вязать. Слово вяжет. Наталья Полянская: Ирина такая молодец, такую красоту всегда творит. Спасибо. Ольга Ковалишина: очень красивый букет, у вас форма сочетания супер. Вот пока что у нас получается. Надеемся, и этот вам понравится. Добавляем аромат фрезии. Аромат. Да не знаю, как тебя снимать за этими. Нифига не видно. Рэнни пишет: ничего лишнего, респект. Спасибо.
Так, Татьяна Кущинская. Как мило звучит тюльпанчики с котиками, прямо как в детстве. Мы всегда так вербочку называли, ждали, когда она немножко распустится. Спасибо за хорошую эмоцию. Мы кайфуем. Покажи, какие у нас веночки. Ну, мы так оформили. Сера, наверное, еще не показывала. Оформили фасад, все котиками заделали. Это очень. Ну, вот она настолько шикарно смотрит. Надо с той стороны вам показать. А это да. Стороны, кругом котики. Да, все в котиках. Ну, они такие, они на самом деле такие красивые. Еще разные сорта бывают. Но вот эти, которые хороши, они просто шик. Просто шик. Да, 100%. Маргоша пишет: божественный букет. Чувствую аромат фрейзи. Вира Мильник. Красуня. Красуня. Кто? Цветы? Ты. Марина пишет: кисонька, красотка, лучшая. Спасибо. Инна Речкина. Здравствуйте, ребята, с праздничком, Ириша. И поздравляю с тем, что пережили 8 марта. Как отработали? Все прошло гладко? Отлично. Мы довольны. Мы думали, что тюльпанов у нас по Бресту просто огромное множество. Но, несмотря на это, все распродались, все довольны. Поэтому... Хотя мы и не думали, потому что прошлый год такой был. Мы думали, что в этом году не такие большие продажи будут по тюльпанам, что может что-то еще останется. Но нет. Ну нет. Тюльпанчики всем нужны. Так, вот моя рука уже еле обхватывает этот букет, но я, можно сказать, малую часть взяла, поэтому пока мне весело. Ну все, не так. Но еще чуть-чуть тебе уже будет не весело. Но я держусь. Пока видишь, вот я уже стопаж брать не буду. Не бери, не бери. Во-первых, тут смотри, в этих ветках кустовые очень толстые, прям очень. Соглашусь. Ну я же справлюсь, правда. Наверное, да, справиться не мешало бы. Все это еще вместить. Так, мы же эти продолжаем комментарии. Леди Кавказа пишет: мужчина, хватит оправдываться. Чего? Чего тут оправдываться? У меня все зафиксировано вот, на камере есть, можете посмотреть дальше. Елена Данилюкова: букет, как всегда, выше всяких похвал. Я из Караганды. Белорусские тюльпаны лучшие. Работать с ними одно удовольствие. Классные. Да, вот тюльпанчики белорусские. В топе. Анюта Ильенко. Девочка красотка. Букет супер. Мамочки, что ж мне там так красотки? Татьяна Адаменко: благодарю вас, что вы есть. Мои букеты преобразились благодаря вашим роликам. Люблю, целую вас. Это хорошо. Мы рады за вас. Мы рады за вас и рады, конечно же, за кисоньку, что у нее все так хорошо получается. Пока. О, я уже, наверное, свяжу кусочек, потому что мои ручонки... Уже свяжешь, да? Угу. Да, потому что я уже не могу сдержать. Ну что, немножко мы переформатировались тут. Как вы делаете большие букеты, расскажите. Да, друзья, поделитесь в комментариях. Как вы делаете большие розы, букеты? 101 роза, да, 101 роза, мне кажется, полегче. Ну, сборный букет космического размера, мне кажется, он уже огромный. Да ты мотиволочку еще. Да я все еще добавлю и не понимаю. Ладно, так будет лучше вам видно. Ну и мы давайте продолжим. Мне просто хочется. Мне рука. Хочется отдохнуть. Если бы у меня твоя рука была, это супер. Так, давай. Так, ладно. Так, Ольга Чиченкова пишет нам: через 2 дня не завянут, как показывает практика, и не надо ничего прокалывать.
что-то прокалывать. Тюльпан, что через 2 дня завянут? Нетушки. Нетушки. Ничего, они через 2 дня завянут. Или это в композициях? Любовь пишет противные комментарии. Ужас. А что здесь противного? Татьяна Кущинского. Самого наилучшего вам 8 марта с наступающим праздником, творческих успехов, каждый букет у вас шедевральный. Спасибо, это еще уже пошли комментарии перед 8-мартовские. Нуржамал Беркинбаева. Боже мой, сколько бумаги. Что же интересно будет в этом букете по бумаге? Картину видеть. Вот здесь Джульетты не хватает. Продолжаем. Маргарита Диас. Маргарита Диас у нас пишет на иностранном языке. Какая красивая Регла Бетто. Что-то такое как-то переводится, не знаю. Угу. Инна Меркулова, какие волшебные нарциссы. Согласна, вот нарциссы, конечно, нарциссы для меня были волшебные. Кстати, у нас букет вот стоит с 8 марта, да? Не забрали букетик, не пришли, получается. Так давай с возвращением, может, забыл букетик. Приходит, забирает еще, в принципе, он бодренький, видите, пашки. Марта единственный букет, который у нас остался. Галина Нуждина пишет нам, шикарный букет, спасибо за красоту. Елена Данилюкова, дай Бог вам много сил, терпения и классных клиентов 8 марта. В перчатках очень неудобно, а 8 марта важна скорость, поэтому лечу руки после. Согласна. Спасибо. Вот и мы напокупали, и в итоге, можно сказать, и не пользовались. Кого, перчаток? Аленка пишет, почему-то хочется дать название Ванилла Фрейс, так гортензия называется, но почему-то ассоциации такие. Про букет. Также Инна Меркулова пишет, какая же вы красивая, вы затмили букет. Сердце, что такое? Какая красивая там была, что такое? Может, там, где мы Джульетту делали, да? Наверное. Вазген Караченцев. Караченцев. Ребята, 250 белорусских рублей или какой валюты? Белорусских, белорусских. Людмила Руколь. Доброго дня, коллеги. Второй год пользуемся кремами на силиконовой основе, которые оберегают руки от органических загрязнений, технических масел, красок, клея, смазок, сажи, нефтепродуктов, известий, цемента и так далее. Такие крема выдают рабочим заводов, а приобретаем на строительных рынках. Очень помогают. Всем удачной праздничной торговли, благодарных и щедрых клиентов, хорошего настроения, новых сногсшибательных шедевральных букетов, здоровья и мира, удачи вам, ребята. Не могу больше. О, спасибо, Людмилочка, за лайфхак. Что будем делать? Как мне? Так, ладно, я связана, покричу. Давай, я тебе, может, помогу подержать? Сейчас мы посоветуемся. Так, друзья, ну тут просто у нас уже не получается, потому что нужна и моя помощь. Получается, это очень сложно. Короче, это фитнес все-таки. Фитнес. Так что, нужна моя помощь? Или... Нет. Так и ты же мне уже помогал. Ну так, может, еще нужно будет? Сейчас будем смотреть. Сейчас мы положим это. Так, главное не сломать. Мне жарко. Можешь открыть окошко? Могу. Вот с этой стороны, вот. С этой? Ага, давай пальцы. Да. Жди, тут так, а защемление пошло. Я ее вообще не вижу серой. Как не видишь? Нет, вот надо мне... Ой, роза тоже, подожди. Опс.
Я не снимал это, прикинь. Ты шо? Давай еще разочек. Ну то я уже начал снимать, так что можешь говорить. В общем, он просто огромный, безумно красивый, нежный, ароматный, благодаря фрезии и матиоле. Фрезия вообще чувствую. Прелесть. Первый раз у тебя было лучше. Это просто, мне даже сама такое. Ну вау же. Давай упаковывать. Ну что, упаковываем. Он такой немного скомканный. Не получился видос, но просто мы... Может, тише не добавлять? Может, тише не добавлять. Может. Это не очень грациозно выглядит. Извини, серый, но тут грация. Это первый неграциозный букет в этом. Реально, он безумно тяжелый. Может, у вас какие секреты есть по упаковке огроменных букетов? Как вы это делаете? Для меня в паре? 101 роза, она все равно, с ней легче работать, потому что они высокие. Обычно предлагаешь повыше розы на 101 розу, будет повыше. Ну, в общем, а здесь стебли разные, хрупкие и не хрупкие. В общем, и поэтому ты, когда собираешь, ты понимаешь, что оно все, его все удержать надо. В общем, есть нюансы. Или как-то пучками их собирать. Будем тренироваться. Надеюсь, что таких букетов будет очень много. Так, ну что, потише, я думаю, все. Везде есть. Да, сейчас толкаем. Потише, все. Ну, еще не все. А с вашими комментариями, конечно же, друзья. Екатерина Агулова. Не в сорте дело, отбитые головы возникают при транспортировке, когда пережимаются коробками сверху. Не, ну это понятно, просто не со всеми сортами такое. То есть мы встречаем такую ситуацию только с лимонад, но есть одна фишка в сорте лимонад. У нее очень часто прям огромные бутоны, тяжелые. Вот из-за этого она более ломкая, потому что вот видно даже вот стебель, и где уже начинается бутон, где-то вот сантиметров 5-10, там очень тонкий стебель, и, соответственно, там именно и ломается. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому все-таки из-за сорта, потому что с другими сортами роз такого нету. Ну, если есть, то очень редко, прям очень-очень. А тут прям зачастую. Один раз мы только с тобой распаковали, и не было вот этого, вот этого мужик. Мужчина, наверное, переживает, когда на букет. HL. Зефирчик очень вкусненький, красавчик. Наталья Заворохина. Бомба, просто нереально красив. Это я, походу. Ты это все еще бумагу хочешь для объемчика, так сказать, да? Да, тут уже объемчик неуместен. Давай. Так, не пугаем, что тише разбегается. Елена Бугаева. Ничего себе, Джульетта, у вас одна ветка, а уже маленький букет. Это какой-то джекпот был. Мы просто сделали из пяти веток такой достаточно весомый объемный букет, что мне потом хотели сделать такой же, на такой же бюджет, но я понимала, что мне и с 11 веток такой не получался объемный. Бывает. Маян, добрый день. Не в тему видео, но буду благодарна вашему комментарию на эту тему. Ирина, вы часто выворачиваете розы во всех блогах. Видео флористы подчеркивают, что вывернутые розы в коммерческой флористике стоят максимум 2-3 дня. Проверяли ли вы, сколько можете простоять в домашних условиях светло вывернутая роза? Светло вывернутая роза. Рассказываю еще раз. Я уже рассказывала, но может кто-то не слышал. Я вывернула свежую, повторяю, свежую плаю бланка, она белого цвета.
для девушки на свадьбу, которая шла к своей подружке, близкой подружке, вообще подружке. И она имела возможность наблюдать, как стоят эти розы по стойкости в течение там, 2 недель, потому что она каждый день встречалась, виделась с подружкой, а она пришла потом в шоке, говорит, я хочу еще такой букет, у меня еще у одной подружки там день рождения, хочу такой же, в прошлый раз эти розы 2 недели простояли. То есть, ну вот, пример. Но повторяю, что я выворачиваю зачастую именно свежую розу, не такую розу, которая уже приоткрылась, там, там плохой товарный вид, дай-ка я ее выверну. Свежая роза в хорошем состоянии. Девушке очень понравилось, и в принципе я плаваю бланку за лимонад тоже обращаюсь. Лимонад это супер жду, опять-таки, на 8 марта мне девушка сказала, что вот муж подарил лимонад. Вот эти розы вывернутые, она говорит, а они как живые до сих пор, сколько там, неделя, по-моему, прошла. Живые до сих пор, как подарили только что. Ну, впрочем, вот. Ну, что, Сергуня? Сергуня? Мне нормально будет зато заходить с таким букетом. Кабачок, я залетаю на раз-два. А там еще будет головняк для этих. Для вас? Да. Говорю, может вам и вазу у нас приобрести, потому что говорю... А не, они там ведро только придется им брать. Ай, ладно, найду. Кто ищет, тот всегда найдет. Хотя должны быть предусмотрены в нормальных кабаках. Зачем его вообще упаковывать? Не набита моя ручонка на такие букеты. Не набита. Все летит, все крутится. Но ничего, все приходит с опытом, друзья. Когда-нибудь, если нас смотрят, конечно, флористы, которые не собирали такой букет, когда-нибудь и вам придется позмагаться с таким. А вы потом бах, посмотрите, откроете видосик, как Ирина Федоровна здесь мучается. И будете уже смотреть, на чужих ошибках учиться. Что можешь сказать по поводу сбора этого букета? Я сейчас только думаю о том, как бы его вернуть. Может, для таких бумага должна быть большего размера? Не, ну, в принципе, я взяла маленькую. Так, ну давайте еще ну вот. Что? Да вообще видишь, топчик. Вроде упаковала. Уже вроде упаковала, да. Только надо его, наверное, все-таки с двухсторонним скотчем, но ни в коем случае, чтобы его видно не было. Чтобы листья не расползались. Кого, скотч? Угу. Сделаем. Давайте еще 2 ваших комментария прекрасных. Это, конечно же, No Sir, где находится ваша страница, кроме YouTube. Кроме Ютуба у нас везде страницы есть. И в Инстаграмах, и в ТикТоках. Ну и все, в принципе. Мастерня Кветок, да, подписывайтесь. Ну, конечно же, Роза от Сережи. Не забываем. Мастерня Кветок, нижнее подчеркивание на английском. Да, это очень важная информация. Нижнее подчеркивание, бай. У нас есть Макдональдс, ну, бывший Макдональдс. Он так и называется, mac.by. И давайте последний комментарий. mac.by. Елена, какой красивый у вас бизнес, здоровья, счастья, любви и благополучия вашей семьи. Ой, прекрасно. Спасибо, здоровья всегда. На такой прекрасной ноте мы заканчиваем с комментариями и почти заканчиваем с упаковочкой. Теперь положи телефончик свой и на, работай. Давайте, друзья, я пока поработаю. Что ж, вот и домучили мы этот красавчика. Он, кстати говоря, друзья, у нас получился на
1000 белорусских рублей. Да, будем тренироваться. Но получился, я считаю, очень достойный вариант. Прям шикардос для первого раза на косарик. На 101 розы, в принципе, по цене, если хорошая голландская роза, тоже примерно. Ну давай, ты показывай, что у нас сфунциклировалось. Так, сейчас я красиво поуравниваю все. Дома день рождения или что там. Хорошего дня, как-то, наверное, желать хорошего дня. Глупо. Хорошей жизни пожелаю. Хорошей жизни. Я думаю, что не такая уж и плохая жизнь. Так, значит, для огромного букета огромная наклейка, да? Так. Ну что? Ой-ой-ой, посмотрите, друзья. Посмотрите, что делается. Опять? Поправляем. Ну, что, ты снял? Ну так еще ж не все раз будем поправлять. Нет, значит, придется ты еще раз. Мне только сзади надо поправить. Так, ну все, теперь уже точно все. Функциклировались по полностью. Напишите, как вам букетик. Кисоньку не видно, она передает вам привет. Давай.